Славянский район – район с богатой казачьей историей. Богата событиями и делами современность славянского казачества. В этом году уже в 20-й раз в Станице Петровской проводились казачьи игры, участие в которых принимали юные казачата школ города и района. С подробностями мои коллеги. Бегом, завязывай. Пусть всего на пару минут, но все же побыть настоящим атаманом. Такая возможность выпала участникам 20-х районных казачьих игр. А день атамана – это, пожалуй, самая яркая часть баталий юных казаков. Но обо всем по порядку. По традиции казачьи игры начинаются с торжественной линейки, на которой представителей 9 команд приветствовал атаман Славянского районного казачьего общества и почетные гости. В напутственном слове районный атаман пожелал ребятам сил и успехов. Он отметил, что с этого года по решению губернатора Кубани в крае создана своя платформа для юных казачат. В Славянском районе обязанности курировать работу казачьей молодежи принял Александр Варнавский. Эта кандидатура согласовывалась с атаманами, значит, согласовывалась со стариками, как это должно быть. И надеюсь, что данный лидер, своего рода, который является молодежным атаманом, внесет свои новые идеи и даст очередной толчок в развитии создания именно этого союза казачьей молодежи. Александр Варнавский в обществе состоит с 2010 года. По образованию педагог-психолог, работает в школе. Поэтому не понаслышке знает, как работать с подрастающим поколением и какие ставить цели. Сегодняшние соревнования показывают, что нынешняя молодежь готова участвовать, принимать участие в различных соревнованиях, мероприятиях. И также нашей задачей является организовать занятость этой молодежи, чтобы молодежь проводила время, свободное время и с пользой, и с интересом для себя. Прививать любовь к традиционным казачьим видам спорта в Славянском районе начинают с самого раннего возраста. Недели ранее в Маевском сельском поселении прошли малые казачьи игры. На базе нашей школы проходят казачьи игры, малые казачьи игры. В этом году были 12-е. У нас в школе выступает много казачьих классов, казачьих школ. Мы выставляем команды. Четвертый год подряд мы занимаем первые места. Наша школа именно на базе нашей школы. В этом году было 11 команд. Мы участвовали, заняли первое место. Казак не казак, если не хочет победить. Потому на соревнованиях все были рады встрече со старыми друзьями. Но завоевать главную награду стремились как гости, так и принимающая сторона. Приятно встречать гостей и коллег наших, и соперников, будем так говорить, друзей. Конечно, готовимся, сравниваем возможности каждого из претендентов. Ну и по мере того, как соревнуемся, как тренируемся, выставляем лучших и с целью, конечно, победить, набрать большее количество как и личных, так и командных результатов. Я только по бегу ездил. В том году я взял первое в юношеском. Вот. Ну, это второй год. Думаю, может, второе или первое возьму. Как в личном, так и в командном первенстве девчонки и мальчишки соревновались по дисциплинам. Метание ножа, стрельба из пневматической винтовки и пистолета, толкание гири и подтягивание. Лоран Алексеев, пожалуй, самый юный участник соревнований. Ему всего 10 лет. Но благодаря родительской поддержке он не боится состязаться даже со взрослыми ребятами. Я сегодня приехала поболеть за своего ребенка. Он немножко маловат, еще не дорос, ему 10 лет только. Но он для меня, как для матери, он делает значительные успехи. Пока что в том, что он подтягивается. Дальше мы, конечно, стараемся и мячи кидать, и стрелять из винтовки. Может быть, у нас дальше пойдет военное будущее. Мы желаем своему ребенку такое вот продолжение военной династии. Чисто мужской на казачьих играх была военизированная эстафета, в которой ребятам предстояло преодолеть полосу препятствий без штрафных очков и на время. А вот для девочек традиционно проводилась своя эстафета – «День атамана». Ее суть – быстро и качественно собрать бравого хлопца в поход. Как показали результаты конкурса, атаманами ребятам удалось почувствовать себя всего на пару минут. Но настроение это соревнование подняло всем участникам. Первый раз мы участвовали, мне понравилось, ну, хоть мы мячи, ножи не метали, но я попробовала, очень, конечно, понравилось. Все, конечно, очень интересно было организовано, то есть все, ну, очень интересно тут присутствовать, и я бы еще с удовольствием поучаствовала в таких соревнованиях. После веселого и интересного соревновательного дня ребят ожидал традиционный полевой обед, состоящий из гречки с мясом и чая. А пока казачата подкреплялись, судьи подсчитывали результаты.
Для того, чтобы уравнять шансы на победу, ребят из общеобразовательных и среднеобразовательных школ судили по двум группам. Среди средних школ победителями стали казачата из Славянска. Черноярковцы и петровцы на втором и третьем месте. В группе «Б» среди малокомплектных школ первое место увезли представители Ханьковского хуторского общества. На втором и третьем – ребята из Сербина и Прикубанского. Мария Климова, Александр Косицын. Программа «События».